Ленинский район эта дорога ведет в райцентр. Вода прибывает настолько стремительно, что те участки дороги, которые еще час назад были сухими, теперь уже под водой. За последние 4 часа вода поднялась на 5 сантиметров. На территории района введен режим ЧС. В зоне бедствия работают спасатели. Это почти 700 человек. На помощь пришли военные. На этом участке работает порядка 50-60 человек. Задействованы машины, КАМАЗы, Уралы, сельхоз. Ну, сельхозтехника, местное население помогает. Трактора, бульдозеры подвозят песок. Подтоплены сильно две улицы. Там и произошел прорыв дамбы. По предварительным данным, пострадали 73 дома. Там проживают около 300 человек. Ситуация критическая. Не успеваем закладывать дыры, если честно. Так вот кругом вся дамба старая. Пытаемся укрепить, потому что она сочится. Ну, нужны силы. И вот спасибо вот военным. Населению предлагают эвакуироваться. На территории райцентра развернули 2 эвакуационных пункта. Ну, люди не спешат покидать свои дома. Желающих таких нашлось всего 30 человек. Кроме того, на дистанционное обучение переводят почти 300 детей. Это из тех сел, которые оказались в зоне подтопления. Любовь Новая.